Всем привет, ребята, с вами Вовкач, и сейчас я сбегаю от полицейских. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы играем в побег из тюрьмы в Роблокс. Давайте, сейчас я грабил банк и пытаюсь от них сбежать. За мной бегут два полицейских и хотят меня поймать, чтобы меня арестовать. Я снова появился в тюрьме. Мне нужно спастись как можно скорее. Бегу, бегу. О, как отлично, я нашел тачку, быстрее сажусь в нее. Да, отлично, просто невероятно. Я смог сбежать от двух полицейских. Как она здесь появилась, эта тачка, я не знаю, кто мне ее сюда подкинул. Это было очень круто, очень круто. Ой-ой-ой-ой, это ихняя база полицейская. Поеду куда-нибудь, нужно спрятать, чтобы отдышаться, потому что я... Я очень-очень разволновался, ребята. Ой. Сейчас нужно, значит, подсчитать, сколько у меня денежек, которые я ограбил. И сейчас нужно так разобраться, так откуда я приехал. Я приехал, да-да-да, вон там вот где город. И сейчас нужно... Ой-ой-ой-ой! Снова, это же они, это эти полицейские. Нужно от них уезжать, ребята. А мы едем быстрее. Быстрее, у нас не очень-то быстрая тачка. Но мы пытаемся от них уехать. Так. Переезжаем железную дорогу. И главное, ребята, главное, чтобы мы не перевернулись. Потому что если мы перевернемся, мы так и останемся висеть. Ой, осторожно, они могут переворачиваться, а мы не можем переворачиваться. А тихонечко объезжаем все деревни. И нас почти поймали. Они даже вышли из машины, чтобы нас поймать. Но у них не получается. Быстрее, разворачиваемся. И они нам пытаются перегородить дорогу, но у них ничего не получается. Выезжаем на дорогу, чтобы разогнаться. Давай. Машинка, поспеши. Фу, мы вроде бы оторвались от них. Или нет, они нас догоняют. У них же очень быстрые тачки. Ребята, у них, по-моему, Феррари, я, если не ошибаюсь. Мы разгоняемся, куда же нам спрятаться, ребята. Я даже не знаю, так. Так и... Нет, только не это место, потому что мы не можем переехать эти горы. По-моему, все, ребята, наша тачка, она остановилась, пытаемся. Бежим по воде, пойти. Они, по-моему, за нами едут, я слышу, как они едут, они наступают мне на пятки, я достаю свой автомат. И все, ребята, это конец, меня арестовали, я снова появляюсь в тюрьме. Ребята, смотрите, снова эти полицейские. Они снова хотят нас поймать. Я сделаю задний ход и готовлюсь. Ну что? Это меня, если ты очень смелый парень. Я на него сделал. Я на нее направляю автомат. Смотрите, у него, по-моему, лопнулись колеса. И он врезается в гараж. И нам нужно отсюда сваливать. Ребята, быстрее садимся в тачку и уезжаем. Потому что это наш шанс. У них крутые оружки, у них крутые тачки. Смотрите, снова этот полицейский на Феррари. Нам нужно быстрее. Или давайте, может, мы ему покажем, кто здесь все-таки... Кто здесь все-таки самый крутой? У нас есть оружие. Смотрите, у него, по-моему, ничего нету. Он что, не купил оружие? У него осталось всего 2%. Все, ребята, мы выиграли. Так, мы... Ой, Это что? Это же тот полицейский, ребята. Все, нас снова арестовали. Мы снова в тюрьму. Так, я наконец-таки ребята, сколько денег, вы только посмотрите. Я здесь в банке один. Я наконец-таки нашел карточку и пробрался в банк. Смотрите, ребята, сколько денег. Я даже не знаю, сколько здесь. Я просто не могу их всех сосчитать. Все денежки сейчас будут моими. Аккуратно перепрыгиваю, закладываю динамит, чтобы пробраться в сейф. И сейчас, ребята, хорошо, что я одел сегодня эти те самые штаны, в которых у меня очень много карманов. Я в них положу все свои денежки. И сейчас мы ждем. Сейчас должен быть взрыв. И... Давай! Все, отлично, ребята. Заходим в сейф и смотрим. Так, здесь у нас сколько можем? Мы можем набрать $3500. Это большие деньги для Вовкача! Я не знаю, ребята. И сейчас мы должны... Смотрите, ребята, я спрятался. У меня торчит рука. Я надеюсь, меня никто не заметит. Потому что сейчас, я думаю, полицейские во всем городе, они меня разыскивают. Ребята, как думаете, я спрятался или нет? Я, по-моему, здесь где-нибудь под мешочком сел. Вот так вот. Так, мне, по-моему, не видно.
Так, полицейских нету. Ой, нет, нет, ноги видно, все-таки пяточки мои видно. Сейчас попробую перебраться. Так, так, так. И вот, вот, вообще отлично. Меня никто не сможет здесь найти. Хотя от кого я прячусь, по-моему, никто ко мне и не идет. Так, я заработал 3500 долларов. Но, ребята, мы должны выйти, успеть выйти из банка. Потому что если он закроется, мы не заработаем ничего. Быстрее, быстрее. Так, денежки, все, пока. Я заработал 3500 долларов. И сейчас я провожу... Аккуратненько, аккуратненько, потому что... Кстати, ребята, смотрите, здесь вышло какое-то обновление. Там были еще комнаты, потом мы вернемся сюда и снова ограбим банк. Мы заработали 3500 баксов, и мы можем заработать еще больше. Еще больше, так. Так, ребята, я пробрался, чтобы ограбить алмазики. Очень аккуратненько проходим эти трассы, так, и проползаем. Очень аккуратно, ребята, очень аккуратно. Так, я такой направляюсь в банк. Ребята, здесь какой-то полицейский, он нам просто перегородил дорогу и он нам пытается, но у него, по-моему, нет оружки. Ребят, смотрите, он купил себе крутую тачку, а оружие, походу, не накопил денег. Но тачка и правда у него очень крутая. Так, у него, по-моему, там что не валяется. Все, едем. Смотрите, ребята, еще один полицейский. Мы достаем автомат, получай, негодник, Все, ребята, вот это да. Так, взрываем стену и быстрее бежим. Куда мы же бежим? Так, мы прибежали сюда. Что здесь происходит? Так, здесь полицейские летают на парашюте. И мы должны же от них избавиться, потому что мы должны же ограбить банк. И вот эти алмазики. Так. Это кто? Это еще один полицейский на крутой тачке. Но он, видимо, поумнее, чем тот полицейский. Он убегает. Не знаю, по-моему, его там кто-то поймает или не поймает. Мы помогаем своим автоматикам. Так, а нет, это свой. Я ошибся. Так, вот, полицейский, бежим за ним, бежим вот сюда, за здание, чтобы от него избавиться. Ребята, перезаряжаемся и, надеюсь, у меня получится, ребята, у меня мало жизни, и кто кого. И сейчас, все, ребята, я победил, наконец-таки-то я победил полицейского этого, крутой был полицейский, который меня 5 раз примерно арестовывал, и сейчас я все-таки победил. Так, сейчас мы пойдем, наверное, в банк или куда, или алмазики, я не знаю, так и... Ребята, где это я? Ребята, я просто шел в банк. Я сейчас где-то появился. Я не знаю, где я появился. Ребята, в какой-то квартире. Это какая-то квартира. Здесь какой-то пистолет и магнитофон. Так, они, по-моему, все приклеены, их нельзя взять. Так, ну, ребята, ну где я появился? Это что? Это секрет Роблокса. Кстати, я нашел секрет Робокса, ребята, и появился в какой-то квартире. Здесь можно заныкаться и спрятаться от полицейских, если они будут за нами. Или можно туда залезть и посмотреть, открывается ли банк, или когда он закрывается. Так, ребята, да, это не секрет никакой, это просто здесь чья-то квартира. Ребята, запоминаем, здесь можно. Так, давайте. Так, полицейский, ну, по-моему, это нубик полицейский. Он ничего не может нам сделать, у него ничего нет, ребята, ни оружия. Ничего, давай, все, и... Все, ребята, он развалился. Отлично, ребята, мы взяли карточку. И сейчас мы воспользуемся его вертолетом. Он специально для нас его здесь оставил. Так, он закрыл свой вертолет. Сейчас я там пальчиком поковыряю в этом. И... Да, я взломал его вертолет, я открыл, и сейчас мы летим к банку. Так, мы тихонечко приземляемся, и так, что здесь происходит? Здесь вертолет за 1 000 000 баксов стоит, и у нас есть карточка, мы снова можем ограбить банк. Так, открывается, надеюсь, нам полицейские там не поджидают, потому что, в принципе, я готов, потому что у меня есть автомат. Аккуратно, ой-ой-ой, я задел этот лазер, и... Но ничего. Сейчас я перепрыгиваю и паузу. И, ребята, сейчас мы будем... Ребята, я проиграл. Но сейчас, что здесь у нас? Так, за нами 2 полицейских. Ребята, нам прокололи колеса, бежим. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вовкач. Всем пока.